Здравствуйте, товарищи. С вами Данур Андан. Мы играем с Фаделей. Так. Принеси сосульку замороженную одну прямо сюда. Я прикоснусь вверх. Подправить. Прикоснуться вверх, подправить. Тачап. Я подправлю любую оставшуюся. Чарлота прыгает позади нас. Руки полные с более декоративными инструментами. Я не имел зацепки, это возьмет так много сделать печенье, но этот путь она этот путь почему она шеф, а не я. С тех пор все я старался готовить сгорало. Шарлот была релегейтед. Пониже в низшей лиге. Relegated. Меня самого и Астера декорировать печенье. После маленького класса, как декорировать печенье, конечно. Найдя и себя полностью, найдя саму себя полностью свампит, заболоченный, что ли? Свампит, затопленный. С сделанием достаточно печенья для конца года фестиваля. Шарлотта энлистит. Зачислен. Наша помощь с подготовлением и принятием решений готовыми. Принятием приказов готовыми. Всего лишь я сам и Астер хотя. Алексей нашел группу охотников, чтобы выйти с несколькими днями назад, и Брин взял несколько от детей и нашел... взял несколько детей на прогулку полевую. Это утро оставил всего лишь двое из нас помочь. Может быть, если я... должен найти что-то работать, мы не будем заострять здесь. Я закончил сосульки для
снежинчатого печенья. Айсинг. Глазурь. Я закончил глазурь для снежинчатого печенья. Это не лучшие выглядящие вещи в мире. Да, у нас Кэнди леденец, надо же. Это не лучшие выглядящие вещи в мире, но что важно, во всяком случае, для меня есть, что это до сих пор съедобное. Печенье, тесто она сделала, было более чем здоровое количество масла в этом, и глазурь есть богатая, сладкая кнут. Даже если путь мы положим глазурь не более аппетитный, ингредиенты есть все там. Хм. Да, моя мать тоже любит это. Глазурь обожает на печенье кладывать, делать печеньки. Астер осматривает его собственный набор печений. Они все simplified. Так. Наверное, это модно. Делать печенье глазурь. Упрощенный. Они все упрощенные птицы. Так что большинство от... Что он должен сделать, есть положить вниз базовый цвет и тогда добавить несколько перышков и глаз. Некоторые его перышки выглядят более как аппендагис. Придатки. Привесок приложения. И глаза все скорее вон у Вонки. Ванки. У Ванги. Ванки. У Ванги. Блин, по-русски, русскому язычному не выговорить это. Слишком нереально. Так. Это переводится как шаткий. Скорее шаткий. Мои птицы выглядят более как курочки. Астер. Я думаю, этот один выглядит как пушистый дракон. Это не точно комплимент. Не пытался. Это всего лишь что это выглядит как. Он всего лишь хав. Хавс. Раздражение. Я был беспокоен, как он реагирует после такого взрыва, но так далеко Астер был в порядке. Даже после пары недель мы не были бегущими в кто-либо как. Опять, может быть, мы были всего лишь неудачными, чтобы бежать в оба так быстро. Астер был, прошел назад к нормальному. Как нормально, как доппельгангер от криминального, может быть.
Он положил дракона наверх, осмотрел это перед я мог сказать что-либо. Кусок драконьей головы прошел. Это вообще-то реально хорошо. Вы не сделали думать, она может сделать печеньки. Я не должен был ей печеньки до сих пор. Я не сделал думать, они вкушаются так вкусно, так хорошо. Это все сахар и масло. Достань мне для сам по для достань одну для меня сам попробовать. Достань одну для себя попробовать. Что вы не только в беде. Здесь он отклоняется, держа печенье напротив меня. Печенье. За гранью спасения. Так я мог, как хорошо. Так я, может быть, как я хорош. Я отодвигаюсь вперед. Я откидываюсь вперед и беру укусик от печенья. Несколько крампс ломают. Некоторые крошки отламываются, но отдыхают, тают в моей роту. Не так мягко и всего лишь правильное количество сладости. Оно мило хорошее. Астер улыбается взамен на меня. Моё грудь чувствуется легче, всего лишь наблюдая его. Правильно, не интересно, она нуждается большей помощи. Она собирается продавать быстро. Sell out. Распродать быстро. О, он достигает над. Протягивает руку. Он протягивает руку. Хватая мою щеку, по-моему. Схватив мою щеку. Его палец брашес против меня. Это было. Задевает брашес. Его палец задевает против меня. Вы должны немного до сих пор на... вы имеете кусочек до сих пор на вашем лице. Были вы всегда так беспорядочны в еде. Где? Это правильно. Он обрывает следы, не заканчивая его предложение. Он, ну вот этого... мысли. Обрывает... мысль оборвалась, не закончив предложение. Как если он начал смотреть сквозь меня, его глаза растут тяжелее. Его ладоши
чашка в мою щеку. Пусть будет его ладоши чашка в мою щеку. Не знаю, нейросеть не знает. Можно всю фразу попробовать вести. His hand cups my cheek. Его рука касается моей щеки. Чё, тебя перевёл? Он, наверное, понял, что чашки тут ничего не имеют просто. Это какая-то... Это случайно слово они поставили, поняли? Астер. Один момент он пялится в мои глазки. Нихуя. Следующий он целует меня. Он берет единственный шаг напротив меня, давя его губы против моих. Они теплее, чем я помнил. Кровь переливает к моему лицу. Там мягкость к его губам, которая делает мое сердце фунтовым. Мы разделяемся, что ли? Ну да. Его ладоши отдыхают на моей щеке, хотя либо от нас смотрит другой в глаз. Его поднимающийся ладошек положить на мою грудь, схватить мою руку, пододвинуть меня ближе, сделать что-нибудь, но не делает достать шанс к этому. Всего лишь, как я думал, он около откинуться в опять там that стук в другой комнате и шаги фальшиво настигающие. Я беру франтик. Неистовый шаг обратно от него. Вы двое видели? О, вы закончили. Несколько бэтчес. Партии. Несколько партий. Ее инициал исходный, ее исходный энтузиазм Вайнс напрасен, как она видит, как мы закончили декорировать бедных батчес. Бедные партии. Мы оба шипишли луковые. Смотрим прочь. Шипишли. Мы оба робко смотрим прочь. Может быть, она не заметит, как красное мое лицо есть. Ладно, может быть, мы можем дать вне
раздавать. Может быть, можем раздавать некоторые фрибайс. Некоторые халявы. Ладно, может быть, и можем раздавать некоторые халявы. Они не так плохи, как около я дала вам 2 пакета их. Хм, догадываюсь, я ледяные печенье. Я леденцовое печенье некоторое другое время. Давай заменим упаковки печенье, которые готовы. Шарлот и Астер подобрали плейтфулсы. Тарелки тоже, как и плейт. Почему с французского предлагает перевести? А, полный тарелок, плейтфул. От леденцовых печеньях и направила в комнату для сидения. А, в зал. И направила в зал. Оставляя меня одного к следованию их. Но мои стопы не двигаются. Мое сердце стучит громче, чем до сих пор, как реализация, как осознание ударяет меня, как поезд раздавливает slow motion. Он поцеловал меня, и я собирался позволить ему целовать меня опять. Что должен я... Во что я вовлек себя? Ни во что. Дурачок, что ли? Вручи мне другую с пол. Надо было там убрать катушку. Вручи мне другую катушку ленты. Я убегу от... Я избежал от своей. Ренаут. Бежать мне. Закончился. Я закончил свою. Упаковывая печенье и другие сладости, чтобы продать, предоставляет более фруктово, чем декорирование печенья для нас. В менее чем час мы упаковываем почти все. Она должна готовить, покрывая 2 стола и часть на полу, что ли? Я могу представить, как много путешествий мы должны сделать, чтобы принести все от еды там. Даже с картой я обнаружил, мы должны сделать, как во всяком случае, 2 путешествия. А, с тележкой карты. Карта это тележка. Астер подвязывает выключенные. Связывает. Астер связывает другой стек. У
куча. Ну, это вы знаете в Майнкрафте и в этом, в Террарии стеке. Пепперминт, перечно-мятный сахар, печенье, флоришинг. Процветающий, это с ленточкой, он свернул сам. Это выглядит много милее, чем его печенье декорирование. Нет, это я мог сказать более. Он установил стак на бок и выглядит и смотрит над моей кучкой. Я не собираюсь обернуть твое печенье для вас всего лишь потому, что мои выглядят так милыми. К нему все нормально. Это как если мы не сделали поцеловаться ранее. Там не за что что-то как... Что-то как что могло быть ошибкано или не правильно интерпретировано. Вы нигде близко, как далеко через вашу кучку, как мою. Гмб. Астер. Пац. Астер похлопывает ленточку на одну его, на одном из его стеков. Он ясно кладет более более усилий. Блин, как же? Да, он явно вкладывает более усилий в сделание их выглядящим милым и скорее, чем пройдя через них быстро. Мы не на временной лимит, так я догадываюсь, это в порядке, чтобы уйти медленным. Я не как хорош с ленточками, как моя выглядит более плайнер. В сравнении моя выглядит проще в сравнении площадь даже, наверное. Эй, что если я сумка печенье Что если я кладу в сумку печенье, и вы сделаете ленточки? Он подпрыгивает, по-моему, перкс. Оживляется. Он оживляется от предложения. О, давай это. Вы любите мои декорации так много. Я всего лишь предлагаю, так мы можем сделать быстрее. Они милые, не так ли? Они. Я вижу художника. Делает это несколькими городишками над... А я видел художника, делающего этого несколькими городишками, когда оборачивал подарки для кого-то и хотел постараться это когда-либо повторить. Это берет
некоторой координации с ножницами, но это легче, чем я думал. Может быть, даже вы могли делать это. Он не даже слушает более. А предполагая, он будет мил, он будет в порядке с изменением рабочего потока, я начал кладение в сумку печенья и сладостей и устанавливание их назад вниз без закрывания их. Это сделает это легче для меня, с тех пор я не делаю, должен беспокоиться о них, выглядящими продажными, выглядящими товарными. Это случилось с Астером. Ах! Гораздо больше upbeat, хам. Оптимистичный гул. Гораздо более оптимистичный гул испускается от нее, как она видит наши ручные работы это время. Астер есть практически лучица. Эти выглядят более чем товарными, правильно? Ладно, они определенно милые. Чтобы посмотреть, я уверена, они будут проходить, и они будут уходить быстро. Кто знает, кто знал, вы имели кнаки для этого, Астер. Ловкость. Нак – это ловкость. Нак. Неак, наверное, да? Вы имели ловкость для этого, Астер. Может быть, это... Может быть, это... возможность быть вашей работой, будучи готовящим ассистентом. Я скорее... остался прочь от вообще-то готовящей части для сейчас. Шарлотта Гигглс хихикает, по-моему. Да, хихикает. Спасибо тебе оба за ваши помощи. Я бы имел оставаться допоздна нескольких ночей, всего лишь закончить это все. Теперь я была способна сделать даже более, чем я буду быть способна. Если я распродам или даже близко к этому, мы должны достаточно монет для всех следующих года. Вы были способны сделать так много. Это забирает много преп-работы. Подготовка преп. Это забирает много преподготовленной работы. Но да, она мячи ее кулаки в триумфальной позе. Она шарит, отшиболся, она шарит. Она шарит ее кулаками в триумфальной позе. Алексей обнаруживает, что они пригласили некоторые городишки на фестиваль, так там будет много более людей,
претендующих этот год. Надеждой много голодных людей. О, это напоминает мне, она поворачивается посмотреть на меня прямо. Я скукоживаюсь в моем сиденье. Делаете вы, думаете, вы можете играть на фестивале, не на сцене или что-либо, но на моем столе. Там будет быть другие вендоры и музыканты, там так я думаю, это будет прекрасно, если вы можете. Как могу я сказать нет к лицу, как это? Ага. Робко я киваю. Все правильно. Хорошо. Луна отрывается высоко. А, луна висит высоко в небе, излучая через окно. Я закрыл ставни достаточно. Шторы. Я закрыл шторы достаточно для конфиденциальности, пока позволил некоторому свету зайти внутрь. Астер сел на краю кровати. Несмотря на Алексея, имея оставленным на другое охотничье приключение некоторые ночи до сих пор, он consistently... Он кён систён тли. Consistently. Кён систён тли. Он последовательно сделал извинения для не передевающих комнат. Я мог положить его к кочке. Ой, это блин, я уже думаю не по-русски. Диван. Он мог положить его к диван, но я не имел, я не должен. Я уже стал привыкшим к спящим напротив кого-то. Если мы собираемся продолжить как это, хотя тогда там что-то я нуждаюсь прояснить, по-моему, да? Clear up. О, да, точно. Астер. Я знаю, что я хочу сказать, но... Слова до сих пор становятся пойманными в моей глотке. С некоторыми усилиями я выдавливаю их. Почему ты целуешь меня? Он пялится на меня, его глаза широки и любопытны. Это долгий момент, перед тем он отвечает. Какого типа вопрос есть это? Я почти выпал. Что это должно значить? Это значит, что делает этот вопрос даже значить? Почему делал я целовать тебя? Делали вы ударить вашу голову недавно, или были вы всегда таким дафт?
таким глупым. Я не знаю, что сказать. Там не было точно пути, я предположил это. Беседа пройти, но это определенно не было этим. Мои щеки становятся краснее, чем когда он вообще-то целовал меня. Я... Видите, это есть почему Брин до сих пор не доверяет тебе. Вы не можете дать единственного прямого ответа. Конечно, я не мог дать любого прямого ответа. Есть это так тяжело, что всего лишь говорить честно. Честно, я не идиот, спрашивая, почему мой бывший будет целовать меня. Долгое молчание. О! Он делает помнить. Я всегда интересовался, но спросил это. Вы не мой бывший Сайрус был. Вы не мой бывший Сайрус был. Сайрус есть или был. Почему не могу я быть? Каждый обращается со мной как культовым лидером, против чего я говорю. Во всяком случае, будет консистент. Последовательный в как вы обращаетесь меня. Все я могу делать, есть качать моей головой. Как долго... Как долго были вы знать? Он не делает сказать что-либо. Вместо этого всего лишь улыбается в ответ мне. Там тонущее чувство в моей груди. Живя тихую жизнь, реально было сделать тебя Димом. Димой. Тусклым. Вы не можете сказать вещи, как эти, с такими невинными улыбками. Это истина. Вы имеете в виду, вы честно не делаете думать, я знал. Я не имею много от его воспоминаний, но я должен более чем достаточно от этих. Если мое лицо станет либо краснее, я упаду в обморок. Всего лишь идите в постель. Порядке. Один более вещь, хотя... Что? Могу я дать доброй ночи поцелуй? Я беру мою подушку... И шов и засунуть это на его лице. Ахахах. Он флайлс. Цепы. Он бьется вокруг кровати. Его смех мафлет. Его смех приглушенный под подушкой. Я легко... я изап. Я облегчить и оставить его двигать подушку от себя. Мое сердце пропускает бит.
Астер смотрит на меня с улыбкой такой яркой, это дает мое дыхание, это забирает мое дыхание прочь. Там не невинность к этому, что Сайрус никогда... Здесь невинность к этому, которую Сайрус никогда не получал иметь. Кто-то, кто не был рожден в культе. Кто-то, кто не был возвращен как к их мученик. Кто-то, кто не был убит. Я не мог помочь, но пялился. Может быть, он не Сайрус, но может быть... Я откинулся вниз и держал его щеку. Это может всего лишь быть, что это ночное время или от лунного времени, и от лунного света peeking in. Но его губы есть даже мягче ночью. Это не было удивлением, мы упали для друг друга. Для нас реальный мир мог как ладно быть альтернативным измерением. Либо от нас должны соприкасаться с людьми, взаимодействовать с людьми нашего года в бессмысленных путях для так долго. Наши жизни пока этой точки, вверх пока этой точки были сжиты в контролированной изоляции. Быть в клиентских услугах режиме для патронов с не одним вокруг моего года оставшимся в городишке, быть карted off выключенным возит увезли быть увезли от собрания к собранию как figurehead. Figurehead. Ну, немного не так. На самом деле, да, надо читать, как я читаю. Фигиор. Так. И это переводится как подставное лицо. Как подставное лицо для незнакомцев, к поклоняющимся служащим. К поклонению. Каждый аспект диктовался от наших родителей, и тогда внезапно мы были свободны. Свободны наводнить мир, свободны, что бы ни хотели, свободны с кем-то еще на нашей стороне. Я это не делало удивлять меня, когда мы начали делить одеяло на ночь, или как он будет становиться более агрессивным, когда люди обращаются ко мне как к женщине. Я претендую быть удивленным, когда он целует меня. Кто-то, как он, так
уверен, так самоуверен, сожжен ярче, чем кто-либо еще. Кто-то один, как он, нуждается кого-то на его стороне, чтобы держать его от выгорания. Что удивило меня, было нахождение его спящим, плохо пустым, и боли от его принадлежащим прошли, как его лицо с не словом в середине ночи, как мы потратили два полных дня, смотрящих для него, когда он не делал хотеть быть обнаружен. Что удивило меня, было видение его скорящим по солнцу, как тихо и собранно он выглядел, как колосс, бессердечный колесс, как бессердечный он говорил к нам, как мы двигали нас, выдвигали нас и тритент сражения. Сретент. Угрожал. Сретен. 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 Дарение только одному жить. Сретен. Сражить. Упасть для него не удивило меня. Ему, выпавшим от любви, делал глава 11, фестиваль. Так, ну давай сохранюсь, чтобы в 11-м видео это сделать. Сейчас уже на 10-е должно быть, наверное. Ладно, до встречи.